Всем привет, друзья мои! Подходит к концу еще один год нашей жизни. Яркий, противоречивый, наполненный самыми невероятными событиями. Это был год блистательных побед и горьких поражений, невосполнимых утрат и новых надежд. В памяти каждого из нас он останется разным, таким же, как и мы. И только от нас зависит, каким будет новый 2011 год. До его наступления осталось совсем немного. И я хочу сказать спасибо всем вам. Всем, кто видел мои взлеты и падения, радовался моим успехам и сопереживал неудачам. Всем, кто верил и продолжает верить в меня, спасибо. Также я хочу сказать спасибо и всем тем, кто пытался ставить мне палки в колеса, не умел строить интриги и сплетничать за моей спиной. У вас ничего не получилось. И никогда не получится, поверьте. Потому что вокруг меня всегда были и будут люди, которым нужно то, что я делаю, которых я уважаю и люблю. Спасибо вам за то, что вы есть. Всегда ваша Эли Чавес. С Новым годом! Живите ярко!